Чиланзар. Юго-западная окраина Ташкента, главный район новостроек города. Здесь, рядом с ташкентскими строителями, трудятся 20 тысяч посланцев братских республик. Уже свыше 50 тысяч ташкентских семей, это более 2/3 пострадавших от землетрясения, получили кров. Строительство растет и ширится. Нынешней осенью здесь предстоит много новоселий. Новые удобные квартиры ждут своих хозяев. А строительные краны шагают все дальше и дальше. Ташкент строится!